Всем здравствуйте! На днях сатирик Виктор Коклюшкин нелицеприятно высказался в адрес супруги Евгения Петросяна, Татьяны Брахуновой. Юморист решил заступиться за молодую жену и привлечь коллегу к ответственности. За оскорбление тому грозит денежный штраф. Супруге Евгения Петросяна Татьяне Брахуновой не привыкать к постоянной критике в свой адрес. Самые популярные высказывания, как правило, касаются ее стиля в одежде и, разумеется, разницы в возрасте с юмористом. В роли судей – подписчики женщины в социальных сетях, которым она периодически отвечает лично. Однако на днях с заявлением в адрес Татьяны неожиданно выступил коллега Петросяна Виктор Коклюшкин. Писатель-сатирик якобы переживает, что Евгений Ваганович перестал появляться на телевидении и связывает это с его новым браком. Мол, Татьяна совершенно не тот человек, который должен быть рядом с юмористом. Петросян вступился за супругу и решил привлечь Коклюшкина к ответственности. Соответствующее заявление в прокуратуру уже передал адвокат артиста Сергей Жорин. После выхода этого материала Евгений Ваганович был сильно возмущен, прокомментировал представитель артиста. «Мы приняли решение не оставлять этот момент безнаказанным и защитить Татьяну. Указанные фразы однозначно являются оскорблениями, так как они направлены на унижение ее чести и достоинства. Если после проверки факт административного правонарушения будет доказан, Коклюшкин вынужден будет заплатить штраф, сумма которого может достигать нескольких сотен тысяч рублей». Виктор Михайлович, автор многих монологов Петросяна, они не раз вместе выступали на одной сцене, в том числе с совместными номерами в программе «Кривое зеркало». Коклюшкин также вспомнил, как Евгений Ваганович и его четвертая жена Елена Степаненко бок о бок работали с 1975 года. «На эстраде рядом должен быть надежный товарищ. Это то же самое, что в парном фигурном катании. Если вдруг партнер вместо своей партнерши, олимпийской чемпионки, возьмет себе в пару обычную симпатичную девушку, он не сможет работать», — отметил сатирик. Напомним, что о свадьбе Евгения Петросяна и Татьяны Брахуновой стало известно в конце декабря 2019 года. Ради молодой возлюбленной юморист после 30 лет брака развелся с четвертой женой Еленой Степаненко. А вот процесс раздела имущества между экс-супругами продолжается по сей день. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока-пока.